Проект закона о внесении изменений в некоторые внесении изменений в конституционный закон о выборах депутата Народного собрания. Инициатор — депутат Народного собрания Кварчи и Валерий Еремеевич. Данный закон был принят 31 марта 2021 года, то есть в прошлом году, принят в первом чтении, направлен на включение еще одного дополнительного ценза кандидатам на должность депутатов, а именно владение государственным абхазским и русским языками. Правда, здесь в пояснительной записке обосновывается, что данный проект предусматривает еще некие дополнительные цензы. Это возраст 30 лет, наличие высшего образования, стажа работы, отраженные в пояснительной записке, но не отражены они в самом проекте закона. Видимо, может быть, нет необходимости. И еще здесь одно важное. Здесь есть замечание к этому проекту. Очень шумно. Данному проекту здесь есть данная поправка, есть прямое противоречие части 5 статьи 2 этого же закона, этой же статьи, где говорится о запрещении ограничения избирательных граждан, прав граждан в зависимости от происхождения, социально-имущественного положения, расы, национальности, пола, образования и языка, отношения к религии и так далее. Поэтому предлагаю рассмотреть данный законопроект, предлагаю исключить часть пятую статьи 2 данного законопроекта, чтобы не было внутренних противоречий. Подготовилась вот эта поправка, там в таблице есть пункт один интересный, убрали по высшему образованию, да, если я не ошибаюсь? Прежде чем мы начнем обсуждать поправку, касающуюся владения языком и так далее, это вот сейчас до этого хочу всех нас, пока еще действующий созыв шестой, призвать. Сейчас смеяться уже будут, можно еще одну сессию провести. Потому что ведущаяся сейчас кампания выборная в седьмой созыв уже выявила много интересных моментов, которые надо изменить. То есть целый, не просто высшее образование, то есть это критерий усилить кандидатам там, по проведению выборов. Набрался уже материал еще на одну сессию. Нет, у некоторых среднего образования нет. Ну, я поэтому к этому и говорю, сейчас не хочу вперед забегать. Давайте проведем материалы, есть интересные, есть касающиеся нашего внутреннего регламента. Услышьте, пожалуйста. Бряла Гала Яжица с Валерием. Еремеева, Тараза и Ходорок, Константин. Яля Азаров. А Брайв Гвала Фёзов, у нас Тарадыра, министр Ахчын Даназ, Алла Галак Сыман, Абри Апсуар Матарс, Я Азарс, Ашкол Корчун, Апсуар Школ Мацараузар, Аха Макянас Я Азарс. Убри из Ходороги сейчас, из Зындороги, Пушу Царыла и Царовой. Агирах Абснахазар, Абсо Бызка, Тарат нас Усура Дезлагаза и Дырва Заров, Усвянова. Агирах Урысвела Кисхот по поводу других поправок. Хочу высказаться, которые определяют критерии отбора кандидатов. Да, здесь много очень разговоров идет о наличии там среднего, высшего образования, опыта работы и так далее. И как мы все видим из опыта предвыборных кампаний, это не является панацеей. Я предлагал и предлагаю ввести всего лишь один критерий, на мой взгляд, он будет очень существенным для отбора кандидатов в депутаты Народного собрания. Онлайн-диктант. На любом языке, на татском и на русском. И этот критерий, на мой взгляд, будет самым действенным для отбора. Друзья, нас мир смотрит. Спасибо. Пожалуйста. Валерий Юрьевич, можно? И вы знаете, что процентов 70 отсеется. Шевдер Юрьевич, депутат Раухра, языку, а закон через, а конституция, где-то конституция, закон, и рук, что, и халатцы, а лагала проект, знакпи, абхарала, хадахкалахи. Русская не за шеверка, а и макайчик шугалашу. И речей варе проект из Лохала, а парламент ах депутат с Юхгула, а кандидат и дыр вазарок, а в Снахандхара сейчас Юху Апсхе, я раубас, и дыр вазарок Аусфеди. Это спот. А конституция еще не опишь вас,